ходе рабочего визита в Тверь депутат Госдумы Владимир Васильев посетил дошкольное учреждение областной столицы, общежитие медицинского колледжа и принял участие в высадке дубов в школьном дворе в Заволжье. Подробнее обо всем расскажет наш корреспондент. Теперь в дождливую погоду зайти в 51-й детский сад родителям и детям не составит труда. Здесь заделали яму, которая давно образовалась возле калитки. Силами общественников и при личном участии депутата Госдумы огромную выбоину закатали в асфальт за считанные минуты. Следующая точка рабочего визита – общежитие медицинского колледжа. Здесь обновят оборудование для постирочной комнаты. Поскольку здание достаточно старое, тут же заменят электропроводку и поменяют вытяжку. У нас будет здесь стиральная машина. Да. И мы рассматривали еще и их. Тут вот сушилка. Четыре стиральных машины. Финальная часть рабочего визита Владимир Васильев принял участие в высадке деревьев возле 8-й гимназии. Педагогический состав вместе со школьниками и лидером думской фракции посадили на территории саженцы дубов. Сорт дерева выбирали специально с учетом нашего климата. Это дуб выносливый, переносит жару, переносит морозы и растет он сравнительно быстро. С понижением температуры осенью он приобретает великолепную окраску от алой до темно-вишневой, в зависимости от возраста. Чем старше, тем темнее гуще окраска. Дуб высотой 25 метров, долгожитель, может дожить до 400 лет. Теперь дубы будут расти на радость многим поколениям учеников, их родителям и педагогам, украшая территорию гимназии.